Прозвучали первые звонки, ознаменовав начало нового учебного года. Давно стало традицией дарить учителям пышные букеты в знак признательности за их труд. И красота флоры, безусловно, радует глаз каждого. Но цветы не так уж и долговечные. Они увядают, их выбрасывают, а дальше дорога на полигон. Однако есть альтернативный вариант. Мы решили полезное сырье пустить в дело. Увядшие букеты принимаем в городском парке на компостирование. Через сезон они будут использованы в клумбах городского парка. Помимо акции с цветами, в парке проводятся и другие мероприятия экологической направленности. Например, хламодром «Обмен добром». Люди выставляют свои ненужные вещи, которые другие могут прийти и забрать себе. Это бесплатно. Акция проводится в теплый сезон раз в месяц, каждое последнее воскресенье. У нас есть прием макулатуры, у нас принимаются батарейки, энергосберегающие лампы. У нас двухпоточная система сбора отходов. Много. На хламодром тоже много людей очень приходят. И много приносят, и много забирают. Ну а акция по приему букетов у нас первая. Мы еще пока статистики не имеем. И первая такая акция дала свои плоды. 24,5 килограмма растительных отходов было собрано за выходной. А следующее такое мероприятие в парке состоится 12 октября, после Дня учителя. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.